Получил письмо, где в приложении есть таблица Excel. Навожу курсор на представление таблицы и могу ее либо скопировать, что я уже и сделал, либо открыть ее для просмотра, сохранить просто на диске Google, где дальше можно будет работать, либо сразу можно редактировать эту таблицу в приложении Google таблиц. Это особенно удобно, если у меня нет на диске лицензионного Excel.